Здравствуйте, уважаемые жители и гости Ковалы. С вами снова заместитель губернатора «Семь грехов». Отвечаю на самые часто задаваемые вопросы, стараюсь отвечать, вот пока мне нашли оператора в штат. Снимаю самостоятельно с помощью камеры GoPro. Пришлось купить, да, для записи вот таких вот видеоответов. Сегодня я решил ответить на такой вопрос, который тоже очень часто задают, вопрос о несметных каких-то богатствах мэрии. Могу вам ответить на этот вопрос абсолютно честно, откровенно, что вся техника, вся недвижимость, которую я имею, я купил еще, будучи не в должности. Люди, которые принимали активное участие в моей жизни на острове, об этом знают, и я думаю, смогут подтвердить это, и сомневаться в этом вряд ли кто-то станет. Вот. Показать хотел о том, как живу я, как представитель мэрии. Хотел показать на примере одного из своих участочков скромных, чтобы впредь не задавались вопросы касаемо несметных богатств. Также деньги, которые, да, видно на счету, это остатки заработанных еще в былые времена. То есть, вот, такой вот участочек у меня. Как видите, забор обветшалый, так как домик этот покупался уже очень давно. Покупался напрямую у Ковальского района, то есть на условиях того, что это будет льготные налоги, так как это историческая ценность, как этот дом, также этот забор, именно поэтому он не ремонтируется, так как прежде всего это, он имеет, представляет собой историческую ценность. Да. Вот такой вот, не сказать, что да, шикарный дом, но двухэтажный дом, который изначально я сам не строил, да, признаюсь честно, я не строитель. Купил домик в таком состоянии, в котором он есть сейчас. Для начала расскажу вам об участке, да, но участки у меня в планах. Я человек простой, да, человек не городской, да, и я привык работать в первую очередь руками. На участке сейчас планируется, да, вот буквально недавно посадил, засадился смородиной, вот у меня огромный куст смородины. Вот, в будущем кому-то удастся попробовать какого-нибудь компота из моей смородины. Здесь вот в мешках уже собранный урожай. В мешках, в ящиках, вот, пожалуйста, можете наблюдать, очень много было в этом году у меня и яблочек. Яблочки, правда, у меня вон за пределами забора. Вот, на участке, на самом вот где-то вот в этом месте засаживается у меня все картошечкой. Сейчас уже все выкопали, то есть все перепахали, уже все сравняли. Сажаю картошечку. Здесь у меня грядки под обычную зелень. Вот. Здесь вот прямо на территории тоже одна яблонька стоит. И вот здесь вот куст малины. Вот у меня такие. Место, могу сказать, очень хорошее. Не стесняюсь показывать его всем, так как, ну, брать у меня по большому счету нечего. Я человек простой. Каких-то несметных богатств, как я уже и говорил, нету и не существует. Их это всего лишь слухи о том, что какие-то там, как было описано, да, на всем известном сайте, что у нас несметные богатства. Лично у меня их нет. Да, и тому в подтверждение это видео. Вот. То есть со стороны участок выглядит вот так. На самом деле очень красивое место. Неспроста я выбрал это место. Может быть, оно не очень близко к цивилизации, да, но зато очень красиво. Дальше вот покажу вам, что у меня находится непосредственно на пристроечке. Дом сделан вот такая пристройка. Изначально
изначально она была захламлена, сейчас с ней как бы разбираемся. Тут дверь сняли, потому что дверь нужно менять, дверь прогнила. Здесь планируем отгородить вот приблизительно пополам, да, и эту половину еще раз пополам. В ней у меня будут свиньи, так, так как все-таки хотелось бы кушать мясо, которое известно, из чего сделано, чем выкормлено. Вот. Так что вот так, здесь у меня будут животные, возможно, еще заведу курей. Так, значит, вот мой дом. Заходим. Давайте зайдем, наверное, с главного входа. Здесь у меня отливы. Тоже пришлось все вот по мелочи ремонтировать, то есть сохраняя первозданный вид, да, небольшой ремонт тут приходится производить. Хотя бы просто для того, чтобы дом не продолжал осыпаться. Вот. Ну, как могу, конечно, реставрирую здание. Такое вот простое, оно двухэтажное. Можете видеть, все сохранено, как покрытие потолка, так и пола. То есть все в первозданном виде, чтобы не нарушать исторические, да, всякие, ну, исторический вид. Здесь у меня вот ящички, то есть вещи еще пока не разобрали. Я живу по большому счету пока что на втором этаже, первый этаж сейчас совместно с историками стараемся отремонтировать так, чтобы здание не потеряло свою ценность. В первую очередь для истории, для нашей. Вот здесь я вот живу сейчас пока что в небольшой комнате. Такой вот вид, он из одного окна, пожалуйста, из другого окна. Вот. Как видите, то есть никаких там сокровищ у меня нету. Я простой человек, такой же, как и все. Все, что говорят о каком-то богатстве, это всего лишь слухи. Отвечаю только за себя, да. Снимаю только про себя. Вертолет, да, если кто-то подумает, что вот вертолет есть. Вертолет также куплен еще года, когда я был на гражданской службе. Так, ну на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, еще увидимся с вами в приемной.